Да? Что? А, либо. Чего? Ребят, ну, да, я на рыбалке, я же на рыбалке сейчас. Где? Серьезно? Гамма речь. Ногами я сижу. Ага. Ну вот, я вам расскажу. Так, сначала вам надо лицуху. Едь, мере 100 тысяч вам надо. Я на стройке их получил, заработал. Вот, нажал Е. И мы начинаем рыбачить. Вот. 100 тысяч. Потом вам надо удочку. 60 тысяч. Но эта удочка, она ломается. Хватает на 15 минут. Плюс-минус. Ну, или вы купите себе за 300 гамма коинс. И она никогда не будет ломаться. Я бы это сделал. И я это сделаю. Так, здесь мы просто на левую мышку тыкаем, когда эта штучка ползунок или как он там, эта часть на зеленый. Вот, два раза еще хватает. Когда на зеленый он будет, и он двигается на зелененький, да, и мы тыкаем мышку. Приманка. 500 одна штучка. Вот. Ну сколько? Купите штук 100. 200. Не знаю. Вот. Ну и начинайте рыбачить. Как я сейчас делаю. Хоп, 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 хоп. Где можно рыбачить? Да везде, грубо говоря. Вот, 7 мест. Я здесь. Почему? Да потому что я здесь могу продать рыбу быстрее. Ну, блин, сколько я там, даже километров нет. Все, продам. Потом я еду обратно сюда, покупаю удочку. У меня вот 1, 2, 3, 4 и 222 приманки для рыб. Вот мои рыбки. Я здесь надолго. Да, это еще ничего. Я вот хочу, не знаю, ну, да, купить себе удочку за 300. А, где ее купить? Сейчас покажу. И потом зависнет на 10 часов. У меня была Моника. Музыку слушаешь и рыбачишь. Ночью когда-то зайду, когда уже темно, и до утра. Нормально. Почему бы и нет? Да сейчас покажу. Бывает. Не страшно. Магазин. Нет. У меня уже 100. Как я их получил? Я уже не помню, 4 или 5 часов или... Могу обменять их уже сейчас. Да не буду. Вот удочка. 300. Не ломается. А сейчас... Ну. Сейчас я 60 тысяч, 120 тысяч. И еще вот это. 240 тысяч отдал. Да. Вот так. Так мы продвигаемся. Ладно, видос 5 минут, и вы уже умнее стали. Как зарабатывать? Сколько в час? Тоже хороший вопрос. Миллион. Не хотите? Лям. Лямчик в час. Аман. Очень хорошо, очень приятно. Для Чили. На расслабоне. Что еще хотел сказать? Ребята, не забудьте. Гамма речь. Только наверх. Спасибо. До свидания.